себе нос задрало, блин. Офигеть. Всем привет! Сегодня 19 февраля 2017 года. Выбрался на природу в Бор, Зеленый Бор города Конаково. Планировал в эти выходные на лыжах, но погода такая плюсовая, все тает. Вон, посмотрите, да, какой снег, сколько вот всякой фигни нападало с деревьев. Снег грязный, больше снега не упадало за неделю. И плюс то, что плюсовая температура, сами видите, да? В общем-то, лыжников сегодня нету в Бору. Ну, вернее, идут с лыжами, просто несут в руках, а так, чтобы кататься, никого не видать. Сегодня прогуляюсь вот такой спортивной ходьбой. По плану у меня дойти до парома и по Волге уже домой. По Google Maps я посмотрел. В общем-то, от лодочной станции, вот по этому маршруту до моего дома где-то около 6 километров. От моего дома, ну вот до моего дома круг такой, да, около 7 километров получается. Ну вот, спортивной ходьбой. Так вот, чтобы не сидеть дома выходной день, да, не на лыжах, то хотя бы погулять на свежем воздухе, поснимать для своего канала на YouTube. А вот смотрел по телевизору, там про мужика одного занимается спортивной ходьбой, ему около 60 лет, в день проходит около 60 километров. Тоже на велосипедах гоняют. А вот я прервался, да? Проходит около 60 километров в день. Но единственный минус, что мне как-то напрягло то, что он выпивает много газированной воды, кока-колы, потому что он тратит калории, ему надо сахара. Ну, не знаю, кока-кола такая гадость, пить ее, занимаясь спортом, да? В общем-то, он, по-моему, что-то вокруг света, что ли, обошел пешком. Прикольный мужик. Сегодня сильный ветер, особенно на Волге. Фу. Погода такая пасмурная. Передают дожди. Вчера такой тоже был, непонятно, то ли ледяной дождь. Приближаюсь к роднику. Люди идут сейчас тоже с баклажками за водой. Набирают. Здесь у нас кормушки. Опять я забыл хлеба взять. Как раз дома хлеб сухой есть. Можно было покрошить. Здесь, кстати, снег почище. Да, природа классная. В лесу не так ветрено. Здесь потише. Скоро весна, да. Хотелось бы еще выбраться на лыжах. В принципе, я каждые выходные выбираюсь в Бор. Но вот если не будет снега, то вот, видите, да, сплошной лед грязный. То даже если будет мороз, смысла нету выезжать сюда. Будем надеяться, что еще будет морозы. Еще, в принципе, март. Тут еще до конца февраля еще есть время. Посмотрим. Вон туда дорога пошла на родник. А вот эта дорога к парому. С утра заварил всем дома двойной капучино. Классный кофе, вообще бодрит. Заказал еще кофе там, тоже такой от этого же производителя, только экспресс, не номер, попробовать. Сейчас, кстати, кофе идет со скидкой на Озоне. Можете посмотреть. Даже лыжни не видать.
Вот здесь обычно еду на лыжах. Сплошной лед. Очень красивые сосны здесь, Бару. Приближаюсь к Волге, и ветер усилился. Да, снег грязный, смотрите. Ветки, палки, иголки. Это все ветром. А вон и Волга. Люди вместо лыж начинают бегать уже в Бару. Классно. Хочу съездить в спортмастер. Взять спортивный костюм новенький. Кроссовки. Вот как раз на весну, на лето тоже планирую бегать в Бару. Вещь хорошая. Так, спускаемся по Волге. Какие корни. Идем к парому, посмотреть паром поближе. И будет путь через Волгу домой. Посмотрим, как рыбаки сидят. Это рыбхоз. Остановка паром, на автобус сюда ходит. До парома. Смотрите, какой лед. Воду скинули. Проседание, да? Что не было до этого. Сейчас к весне будут скидывать в воду. Здесь такая накатанная дорога через Волгу. То есть вот оттуда приезжают. И через Волгу приезжают здесь. Там были девичьи, странные деревья. Зеленый бор, такой причал. На Волге одел капюшон, что ветерок сильный. Вот так выглядит паром сблизи. Так, а вот сюда пошла у нас река, называется Сучок. Попадает в Волгу. Ветер вообще жесть. И пошла вот туда, до деревни. Дальше она идет, Сучок. Уже сужается. Так, ну а сейчас у нас маршрут идет вот туда. Сейчас покажу, приближу. Так, максимальный цифровой зум. Вот как раз вот в эту точку, синяя крыша, вот там современник. Сейчас мы туда пойдем, вот расстояние. Приличное. Паромы все обгородили, потому что там не застывшая вода такая вот. Можно провалиться. Ну и вообще, уже весна на носу, так что я не знаю, наверное, скоро надо завязывать по Волге ходить, потому что будет опасно. С каждым разом. Конечно, рыбаки у нас камикадзе ходят, пока уже лед не тронется, но мы не такие. Кто-то сегодня и на лыжах приехал. Сейчас там видел два лыжника наверху на берегу. В прошлые выходные, когда ходил на лыжах, было рыбаков больше. Сейчас посмотрим, сколько их в этот раз. Вообще, по-моему, в этом году, конечно, очень много рыбаков. Там много сидят. Много, конечно, и мусора остается. После них идешь, там бутылки валяются. Это не дело, надо с собой убирать. Природу не надо загрязнять. И сколесили всю Волгу. Я не знаю, но ездили в каких-то местах определенных. То есть вот на лыжах вообще не проехать было. Сплошные вот такие колдоебины.
то вдоль берега, чтобы вообще на Волге там жуть какая-то. Не очень, конечно, у нас культура поведения у людей. Вот иду по самому берегу здесь, подо льдом песок. Там, видите, лед лежит тоже уже чуть ли не на земле, такая вот вода выступила, лед проломился. И здесь безопасно. Вон везде лед проломился. Здесь на лыжах катались, лыжи постоянно ломали, тогда были деревянные в основном лыжи у нас, было весело. В этом году очень много здесь катались, вот с этих горок, дети катаются, вот как раз туда спуск на воду, классное место. Но сейчас уже, естественно, все, уже никого нету, потому что сами видите, что творится на Волге. Хорошие горки здесь. По такому надлому можно посмотреть, какая толщина льда в этом году была. Это полметра. В общем-то, лед толстый достаточно. Больше не видел. Здесь тоже рыбаки сидят, но опять же меньше, чем все выходные. Заканчиваю свою прогулку, добрался до современника.